Супер! Спасибо! We'll be right back.
Слышим песню, называется «Брат». Isso!
Let's go.
Thank you.
Трансильвании. Thank you.
последнее пробудило, глаза вспомнили, и ждет тебя могила. Где вечный мрак и смрад, там он живет, и лишь безумец в его логово пойдет. Разбойничье тело! Yeah!
со мной не дать тебе удачи. Навеки мое дело зло и месть. Я не верю, как не могу.
90-е годы и пролежала в столе все это время, пока не настал ее час. Она появится от лица молодого парня, который в жизни хотел добиться чего-то там своего. Руки к небу! Oh,
учил. Все то, что знаю я, от деда получил. Но когда хотелось баловаться мне, так тут святое лезет палкой по спине. Не стало деда, и мне грустно от того, что не хватает подзатыльников его. Так что же с дядушкой случилось-за беда? Ведь у него здоровье было хоть куда. Увы, охотников в округе нет теперь. И стал все чаще нас лесной тревожить зверь. Я думал, сделаю из волка колбасу. Да где ж? Порядке, под каблучником и стали.
со стихией! Thank you.
сумасшедший король! Thank you.
Конечно, уже вам.
я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто с нами сейчас, кто с нами был с самого начала. Тех, кто с самого начала, наверное, не так много, верно? Да нет, пожалуй, много. Ну и тех, кто примкнул не так давно, и всех малышей, которые тоже есть! Ну, хотя огромное сказать спасибо группе, моим близким людям, моей супруге Агате, моей маме, которая тоже здесь сегодня, и Мите Кашку, с которым мы такую кашу съели и заварили. Душа и сердце всегда будут с нами. Друзья, как вы знаете, сейчас, уже очень скоро, выйдет сериал, посвященный жизни, творчеству группы «Король и Шут». И я ничего по поводу говорить не буду, естественно, просто я хочу, чтобы каждый сложил свое мнение. Не накручивайте, не ожидайте, а просто ждите. А потом смотрите. Ну, слушай, даже не ожидайте, я видел, не ожидайте там. Ну, то есть, не надо ждать ничего. Как объяснить-то? Вы поняли, да, наверное, меня? Ну все. Друзья, и сейчас мы с вами споем вместе эту песенку старую, но споем, к нам присоединится Костя, который играл Мишу Кашка. Причем спустили, как смогли. Thank you.
Друзья, еще хочу сказать спасибо всей съемочной бригаде, потому что это была незабываемая атмосфера. Все с душой к этому делу отнеслись. Это видно, чувствовалось, и это все однозначно. Вот, поэтому... Опа! Хорошая реакция, такие штуки в лоб прилетают не очень. И вообще, зачем мне чужое мобило? Друзья, еще раз были рады всех вас видеть. В завершение сюда должен прийти и в твой голове как девушка! Девушка! Yeah!